А в связи с выходом долгожданной премьеры на широкие экраны, коллективное обращение к первому звездному киноэкипажу. Уважаемый, безмерно, горячо любимый наш, дорогой, геройский первый звездный киноэкипаж, несмотря на все издержки, всем преградам супротив, вам свои слова поддержки шлет наш дружный коллектив. Наконец-то за границей брошен вызов, мы за ним наблюдали всей больницей сон, забросив интим. Наша повар тетя Света за неделю наперед нам сказала по секрету, что уже назначен взлет, что готовится активно звездный киноэкипаж, что уложен портативный кинореквизит в багаж, что сценарий на подходе, что написан эпизод, и что в этом эпизоде собственно произойдет, что уже кусает локти пресловутый Люк Бессон, что грызет смятение ногти Илон Маск, забыв про сон. Мы в волнении обсуждали режиссеров и актрис, что по праву не попали в первый звездный экзерсис. Даже буйные смиренно, без инъекций и рубах, ожидали несомненный и скорейший НАСА крах. А когда прошел в эфире первый телерепортаж, как один топил в кефире слезы счастья весь этаж, мы почти что две недели, позабыв покой и сон, в небо звездное глядели из решетчатых окон. И врачи, и пациенты, испытав немалый стресс, ждали каждого момента на орбите МКС. Мы следили за посадкой, еле сдерживая плач, слезы смахивал украдкой Павел Петрович, наш главврач. Наша повар тетя Света в честь триумфа на обед нам нажарила котлеты и состряпала омлет. Санитары нас два раза выводили покурить, нам белье хоть и не сразу обещали заменить. Ваш полет наполнил светом беспросветность наших дней. С благодарностью за это шлем вам 1000 рублей. Понимаем, это мало, чтоб достойно поддержать, но лиха беда начала, мы планируем собрать вдвое больше, но не сразу. Вот закончим капремонт, купим пару унитазов и тогда откроем фонд. Фонд поддержки, чтобы каждый трудовым своим рублем обеспечить мог столь важных звездам творчества подъем. В наше время непростое, нестабильное, когда рвет священный устой и либеральная фронта. Эти гады дело знают, и задача их проста. Вот они на нас и лают из-под каждого куста, призывая усомниться в непогрешности венца. Знаете, наша психбольница будет с вами до конца.